Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня делюсь рецептом шоколадного пирога с бананово-кокосовой заливкой. Пирог прост в приготовлении и отлично подходит к семейному чаепитию. Обладает пористой нежной структурой и насыщенным шоколадным вкусом, который отлично оттеняет вкус банана и кокоса. Технология приготовления немного необычная, благодаря чему сверху образуется своеобразный рисунок. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В миску просеиваю муку и порошок какао с разрыхлителем. Размешаю венчиком. К яйцам комнатной температуры добавила сахар, кладу соль и ванильный сахар и теперь взбиваю миксером. Взбивать нужно до светлой пышной массы. Далее наливаю молоко комнатной температуры и рафинированное масло. Размешаю миксером на средних оборотах. В несколько этапов добавлю сухую смесь, каждый раз аккуратно размешивая лопаткой. Ну вот таким негустым должно получиться тесто. И теперь сделаю заливку, для которой в стакан я кладу банан. Подойдет даже переспевший. Яйцо и сахар по вкусу. Сюда же кладу кукурузный крахмал, который можно заменить мукой, и кокосовую стружку. Погружным блендером превращу в однородную массу. Выливаю тесто в смазанную маслом форму. Размеры формы у меня 20 на 30 сантиметров. А сверху по всей поверхности аккуратно распределяю заливку. Далее в произвольном порядке провожу ножом по дну в разные стороны. Затем отправляю пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю на готовность деревянной палочкой и даю пирогу остыть. Впрочем, пирог хорош как в теплом, так и в остывшем виде. Посмотрите, каким он получается пористым и воздушным. Вкус у пирога мягкий, шоколадный, с ненавязчивым оттенком банана и кокоса. Я вам сейчас наглядно покажу структуру пирога. Посмотрите, насколько она пористая, прямо как губка. За счет этого пирог и получается нежным, и плюс дополнительную сочность дает заливка. Обязательно приготовьте и попробуйте. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. И я очень жду ваши комментарии. Смотрите на моем канале также и другие рецепты шоколадной выпечки, в том числе с вишней и не только. А также на канале вы найдете плейлисты, в которых подобраны рецепты на различные темы. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.